Яна Рудковская предпочитает не обсуждать с общественностью детали личной жизни, причем как своей, так и посторонних людей. Но на сей раз она не смогла молчать. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем вам о том, чем так сильно встревожила общественность Яна Рудковская. За плечами Яны Рудковской говорят три брака, два из которых официальные. Вначале она строила отношения с бизнесменом Евгением Мухиным, с которым переехала из Барнаула в Сочи. В 2001 году Яна вышла замуж за миллионера Виктора Батурина. От него она родила сына Николая. Спустя 7 лет супруги оформили развод, который оказался весьма скандальным. В 2009 году Рудковская оформила отношения с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. В 2013 году Яна родила ему сына Александра, более известного публике как Гном Гномыч. А в 2020 году на свет появился второй сын пары Арсений. Его родила суррогатная мать. Рудковская много сил отдает воспитанию сыновей. Но успевает еще и заниматься карьерой супруга и своего подопечного, популярного исполнителя Димы Билана. Зорко следит Яна и за событиями, происходящими в отечественном и зарубежном шоу-бизнесе. Например, продюсер не смогла промолчать относительно новости о разводе голливудского актера Хью Джекмана, которая стала сенсацией. Хью Джекман и его жена объявили о расходе после 27-летнего брака. Думаю, что решение далось непросто, потому что спустя какое-то время в счастливом браке наступает момент, когда вы не просто муж и жена, а именно друзья, родные люди, которые знают друг друга от и до. Тяжело терять такую поддержку, высказала мнение Рудковская. Далее она привела текст официального заявления актеров. Нам посчастливилось провести почти 3 десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном браке, но теперь наша жизнь изменилась и мы расстаемся, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Яна сознанием дела отметила, что текст состоит из кучи банальных фраз, но выразила надежду, что у Джекмана и его экс-супруги действительно все хорошо, и они сумели сохранить человеческие отношения. С другой стороны, мы свечку не держали. Может быть, они уже давно жили вместе как друзья, иногда чувства перегорают, это нормально. Приятно, что обходится без грязи, заключила Рудковская. И на этом поклонники Рудковской и Плющенко выдохнули с облегчением, ничего серьезного не произошло и любимая пара не расстается.